Добрый вечер, еще раз представлюсь. Мы группа Кирма. Мы сегодня поддерживаем своих друзей. Группа большие треугольники, хотел сказать. Оговорка по Фрейду. Значит, и большое будущее ждет вас, девчонки. Мы группа Кирма. Мы тащились сюда из славного города Москва. Отыграли вчера концерт, решили время зря не терять и повторить подвиг. И первая песня, которую мы сейчас споем, называется «Эш». Thank you.
большое. Следующая песня называется «World on Fire» — «Мир в огне». Так переводится название этой песни. Она посвящена миру, которому мы хотим для нашей земли, особенно для стран, которые дружили между собой много-много-много лет и сейчас находятся почему-то во вражде. Но этой песни, какая бы она ни была грустная и печальная по своему содержанию, мы хотим пожелать вам и вашим близким, вашему дому мира, добра, тепла, никакой вражды в вашей жизни. The artist painting a portrait, and he cries every time when he looks. The artist painting a portrait, and he dies every time when the colors will drop me down like the world is burning.
world on fire. Спасибо большое. И, кстати, интересный факт об этой песне. Впервые она была исполнена именно в этом клубе в сентябре прошлого года. Это была премьера, которую мы устроили для питерской публики. Такая фишка у нас есть. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, мы что-нибудь новенькое привозим, что нигде еще не исполнялось. Фишка в фишке, как правило, происходит, да. А следующая песня называется «Было». А. Можно бас добавить в этот монитор левый? Было. Ошиблась, но.
Спасибо. Следующая песня называется «312». Я не думала, что в этот день, в этот час все будет против нас. Я так верила, что мы с тобой будем вместе, хотя бы год, этот год. Я не хочу тебя терять. Я не хочу тебя терять. Я не хочу тебя терять. Ну, так не хочу тебя Thank you.
можно, вы знаете, я слышу в основном себя из зала. Чуть-чуть монитор, можно мне? Тут глуховато. Сейчас мы споем песню, которая называется «My Friend». В этом клубе она звучала, сколько там, раз 10, наверное, звучала. Многовато даже чуть-чуть можно снять. Сейчас я возьмусь и все. Фух. «My Friend» специально для дорогих зрителей. Down here. Такие всякие. Это я, наверное, да? Ну, ты куда я поставила напротив порталов? Да, алло. Зачем ты туда встал? Господи. Мы привыкшие, что у нас на фотографиях вот так вот всегда. Я не заслуживаю, дрон не заслуживает. У меня все фотографии вот такие. Лица нет, губ нет, или... Вот так вот. Думаю, я же даже не выбираю себе фотографии. Итак, down here. Everything started spinning in a walk and by the sound of the road. How did I get down here? How did I get down here?
high up above you. I couldn't span over life through the trees. I always knew you'd come for me. A stumble steps, so intimate, you're so departed. And you remind of me of something beautiful. And you remind of me of something beautiful. And you remind me of something beautiful. And you remind of me of something beautiful. Вот теперь все. Следующая песня называется «Afterlife». Можно. Вот классный клуб тем, что здесь нет сидящих мест. Тут не отвертишься. Где танцевать, там танцевать. Calling life, afterlife, you wanna
Там выходит в курилке, мне там молодой человек, и я просто влюблен в песню Delight. Это я? Нет. Я просто, говорит, влюблен в песню Delight. Вы там так круто поете. Я говорю, это не я пою, это предыдущий вокалист Жень Благова поет. Да, говорит, ну вы сегодня будете ее петь? Да. А вы круче споете? Я говорю, ну не знаю, такая прям груз ответственности на меня. Думаю, как же круче спеть? Ну сейчас посмотрим, выйдет, нет. Поехали. Delight. True.
I'm gonna make it everything just alright. This road I'm on, I think I'm going. Тянуть со всякими всякой болтовней, сейчас Лена гитару подстроит. Кто в Питере, наша гитара красную. Важность Питер большая. Не любит, вернее, она не любит Питер. Здесь ей плохо, она все время расстраивается. Я люблю гитару, моя не любит. Страдает, страдает и плачет гитара. Говорит, не хочу работать, хочу гулять по Невскому. Again. Называется следующий трек.
Ощущение от таких аплодисментов. Мы сыграем последнюю песню, она называется Real Sugar. Такая веселенькая, закончим на позитивечке. И скоро будут глупые треугольники. Ура! Like a moon and the stars.
сегодня играть и поддерживать группу, которая выйдет после нас. Мы группа Кирма, мы из Москвы. Тише давайте. И мы счастливы сегодня были быть вместе с вами. Меня слышно? Все понятно, что я говорю в этот раз, да? Отлично. Пока не представлю свою команду, своих любимых, дорогих людей. Сегодня на басу у нас был Андрей Бочкарев. На сегодня исполнял прекрасный соло моя любимая подруга Елена Себро, которая достойна самых больших аплодисментов. Что у нас очень много девчонок в группе, но самой красивой девочкой у нас считается клавишница Анна Добровольская, любимица мужчин и некоторых женщин тоже. Прости, Аню, я тебя люблю. Ну, настало время представить главного человека нашей команды. Это барабаны Станислав Зеленико. Дружить с вами в соцсетях, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте по-английски Кирма, как слышится, так и пишется, как было на афише. Всех любим и до новых встреч! Hey! Only love is the real, everybody fell lonely, stop your finger, everybody's ever felt lonely, again, hey, hey, again. До встречи снова. Надеюсь, мы сделали вам хорошо, потому что нам было хорошо только из-за вас, друзья. Спасибо, друзья, спасибо. Спасибо. Мы приглашаем. Взорвем планету. Мы приглашаем. А мы приглашаем группу «Глупые треугольники» готовиться выступать, потому что...